Поэтому вопросу губернатор региона Вениамин Кондратьев встретился сегодня в Москве с вице-премьером Дмитрием Казаком. В частности, речь зашла о модернизации очистных сооружений в Геленджике. Уже на другой встрече глава Краснодарского края обсудил с руководством крупнейшего в России производителя минеральных удобрений возможность строительства индустриального парка. Компания «Еврохим» намерена открыть в Белореченском районе промышленную площадку с готовой инфраструктурой. Индустриальные парки, по словам Вениамина Кондратьева, могут стать одним из драйверов экономики Кубани. Если мы сегодня, коллеги, его не будем создавать, то завтра мы не получим современные технологические производства, которые позволят завтра нам чувствовать себя устойчиво. Единственное, коллеги, как бы мы ни говорили, что это надо делать быстро, это, конечно, надо делать качественно, а самое главное понимать, что все равно мы говорим о химическом кластере. И вот здесь очень важно и однозначно самым главным условием, чтобы у нас все получилось, это, конечно, экологическая безопасность вот этих производств. Вопрос, который однозначно мы должны решить, и без его решения мы, конечно, никуда не продвинемся. Кроме этого, компания Дмитрия Стрежнева готова построить в крае установки по производству веществ для обеззараживания и очистки воды.